मेरा जूता है जापानी ये बात इंग्लिशानी सर पे लाल तेरी सी पीती दिल है जापानी मेरा जूता है Исполнитель песни, что я воспроизвел, Радж Капур. Как-то он снялся в фильме «Меранам Джокер», что в переводе «Мое имя Клоун». Представляете? В эфире Вадим Арутюнов, и, думаю, вы поняли, о чем пойдет речь. Итак, мои армянские недоброжелатели снова ополчились. Нашли повод, так сказать, в очередной раз заклевать меня в социальных сетях, дабы ревность к моей персоне мучит, гложет и не дает покоя. Думаю, нужно высказаться о происшедшем, иначе клев за моей спиной будет впустую. А клюв иногда надо даже как-то беречь, он имеет свойство подтачиваться и уменьшаться в размерах. Так из сокола можно в два счета превратиться в курицу. Несколько дней назад состоялся в Мюнхене баттл между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Баттл был слабым, на мой взгляд, как с одной стороны, так и с другой. И я, как человек, как гражданин, как публичное лицо, как личность, которая последние несколько лет занимается темой, о котором шел разговор между двумя лидерами, высказал свою позицию. Зачитываю. Низкосортные дебаты. Был бы я сторонним наблюдателем, назвал бы эти дебаты дебютами двух клоунов, один из которых все время врет, а другой, словно ученик, плохо выучивший урок, забывший дома дневник, но принесший учебники. После этой записи пошли оскорбления в мой адрес и нагнетание ситуации так, что я понял одно. Многие люди отвыкли читать и, главное, думать. Но на помощь всегда приходит лингвистическая экспертиза. Она приходит на помощь тогда, когда мозг не додумывает то, что показали ему глаза. Поэтому давайте я разжую и попробую даже проглотить за некоторых из вас. Вам останется только переварить и отправить далее по естественной нужде. Итак, как я понял, камнем преткновения оказался термин «клоун». Тогда вчитываемся, вдумываясь только в первое предложение. Был бы я сторонним наблюдателем, назвал бы эти дебаты дебютами двух клоунов. Думаю, таки большая часть теперь поняла смысл этого предложения в отрыве от двух последующих, так как читать стало короче. А если снова не поняли, то разжую еще раз. Был бы я сторонним наблюдателем. Кто такие сторонние наблюдатели в этих дебатах? Верно, это присутствующие, не имеющие отношения ни к армянам, ни к азербайджанцам, решившие прийти на эти дебаты ради любопытства, как, например, Порошенко, или по работе, как представители иностранных СМИ, не знающих географию, историю конфликта и вообще налицо особо не отличающие армян от азербайджанцев. Иначе говоря, был бы я не Вадимом Арутюновым, а, скажем, Джоном Маклером или Огюстом Пуаро или Мухаммедом Абдул-Фатахом Ибн Гиждалахом. Иначе говоря, представьте, что вы журналист, и вас редакция послала посетить дебаты президента Сербии Вутича с президентом Албании Илиром Метом. Один говорит «Косово есть Сербия», второй говорит «Косово есть Шкипери» и напоминает о древнеалбанском царе Агроне, расширившем государство тогда, когда не было рядом ни сербов, ни славян вовсе. При этом путаясь в показаниях. Понимаете? Вы знаете, кто такой Агрон? А Владко Вукович? Вот и я о том же. То есть я, как Вадим Арутюнов, не называл клоунами ни Пашиняна, ни Алиева. Но со стороны выглядело,
что эти лидеры в этой самой роли. Но даже если бы я так их назвал, то не считаю, что должен перед кем-то оправдываться по той причине, что я – это я. И каждый из нас имеет право высказаться. А за что боролись-то? За демократию? За демократию и за рождение этой самой демократии? Или я что-то не понимаю? Или за рождение вождизма? Почему народ не может сказать то, что он думает? Вы что, берете пример соседнего султаната? Я все эти 2 года, а вы видели нарезки на тему Пашиняна и моего отношения к нему, отстаивал позицию нового премьер-министра. Тогда многие даже сторонники Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна призывали отписаться от антитопора и сеяли грязь вокруг моего имени. И тут произошло чудо. К антитопору вернулись кочаряно-саркисяновцы, а пашиняновцы призывают отписаться от антитопора, приговаривая, мол, сколько мне заплатил Серж Саргсян, то есть мне. Люди, вы в своем уме? Идет информационная война, и не только информационная, но и полевая. А вы, армяне 21 века, опускаетесь ниже плинтуса и делите себя на кочаряновцев и пашиняновцев. Вдумайтесь, что вы делаете. Просто возьмите и вдумайтесь. Это опасный путь. Где ваша гордость и знаменитая фраза «У армян не бывает царей, каждый армянин царь»? Почему вы запрещаете критиковать политиков? Вы выбрали себе идола или премьер-министра, который должен исполнять свои обязанности определенный срок. Почему вы разобщаете себя? Вы понимаете, что вождизм ни к чему хорошему не приводит и никогда не приводил? Глава государства и вообще глав государств нужно и хвалить, и где нужно журить. Одна хвала приводит только к вождизму, а вождизм к лизоблюдству и доносительству. Вот вам яркий пример, как мои безобидные стройки подверглись доносу. Стали стучать и распространять. Вам это нравится? Причем я удивлен, что это делали не обычные пацаны, что пороха не нюхали, а люди в галстуках и костюмах с флагом Единой России, которые еще недавно Пашиняна и его сторонников называли чернью. И они туда же стали доносить до меня. Вы уж определитесь. Представьте, что вы стали главой государства. Вас любят. Так зачем палец о палец ударять, если вас и так любят? Любят за то, что вы прежних нелюбимых властей сместили. Всего лишь. Даже не нужно напрягаться и поднимать экономику. И зачем это делать? И так любят. А вспомните, с чего начинал Саддам Хусейн, чьи партийцы свергнули деспота-короля Фейсала. Саддама и партийцев Ат-Баас превозносил народ. Да так превозносил, что он задержался на 24 года, а Аббас почти на 35 лет. Вспомните Муаммара Каддафи, свергнувшего короля Ас-Санусси и возглавившего после государства на 41 год. Вождизм до добра не доводит. Каждый нормальный имеет право высказать свою точку зрения. Не мы, а они слуги народа. Не они нас породили, а мы их порождаем. Вы понимаете разницу? А вы делите народ на кочаряновских, пашиняновских, словно бесхребетные существа, не понимающие, что соседи не дремлют, и только этого от вас и ждут, чтобы вы сами себя сожрали. Я 6,5 лет занимаюсь антитопором. Чего только не слышал о себе. Всякие гадости и похвалу слышал. И это нормально. И то, и другое все больше стимулирует меня на работу, на то, чем я занимаюсь. Если меня и критикуют, и хвалят, это значит, что антитопор все правильно делает. Что антитопор не амеба.
что антитопор нужен. Я же вам не рассказываю о том, что на меня за эти годы несколько раз доносили в МВД, ФСБ, прокуратуру. Я выкручивался, потому что в моих действиях нет ничего противоправного. И вам этого вроде я никогда не говорил, не рассказывал, потому что вам этого не нужно. Вы от меня ждете только то, зачем вы заходите на этот канал. А что у меня за кадром творится, вам это будет неинтересно. Так же и с лидерами. Выбрали премьера? Дайте работать. Он публичный человек и априори знает, что будут и хвалить, и ругать. И должен быть готов к этому. И должен сделать все, чтобы больше хвалили, чем ругали. Чтобы не осталось ни одного кочаряновского, как вы говорите, которые бы могли хоть малейшую тень бросить в адрес Пашиняна. Еще раз, я не пашиняновец и не кочаряновец. Я есть я, дитя своих родителей уже много лет, собственной головой на плечах. И не нужно меня кому-либо причислять. К тому же еще врать, переворачивая мои слова. Мол, вот, любуйтесь, Арутюнов назвал Пашиняна клоуном и лгуном. А лгуном откуда взялся? Где я это писал или говорил? Не кажется ли вам, что все эти ополчившиеся против меня, это те, кто изначально ополчились на меня, а сейчас им удобный случай провернулся? Понравилось ли мне выступление лидеров в Мюнхене? Скажу честно, нет. Ни первого, ни второго. Потому что один врал, Алиев, а второй был плохо подготовлен. А я не раз говорил, что Пашиняну нужны хорошие советники-азербайджановеды. Разве это что-то новое? Были бы советники, то и за словом не нужно было бы залезать в карман, в его случае в портфель. А ответить этому лжецу султану иначе. Например, то, что Шаумяновский район, хоть и часть Арцаха, но в НКО, советское НКО, не входил. И что между Тиграном II и поселением шиитских тюркских племен разница в 2500 лет. И зачем нужно было постоянно зацикливаться над Тиграном II, словно после Тиграна II на тысячелетие оборвалась армянская государственность, а на их место пришли азербайджанцы. Уж пора бы знать тактику Алиева. Заметьте, после каждого своего ответа модератору Алиев повторял как мантру. Это факт. Это исторический факт. Это можно посмотреть в интернете. Психологически подталкивая присутствующих, что правда на его стороне, и заведомо зная, что вряд ли кто-то в зале будет в данный момент копаться в интернете. И еще заметьте, об истории своих зак-татар он начал говорить, начиная с первой половины 19 века. Пашинян аж Тиграну II полез во второй век до нашей эры. Словно до 19 века армянами и не пахло в регионе. Вот на фоне такой хорошей психологической и лингвистической подготовки Али выглядел более убедительно для сторонней публики. Сторонней, не моей, сторонней. Пашинян же старался замять исторические темы и постоянно призывал к миру. Это Алиев должен призывать к миру. Это его страна дезертир. Даже подытоживая беседу, уходя, Алиев снова соврал, ссылаясь на факты, коих нет. А до Пашиняна уж и слова уже не дошло. И далее, когда Алиев говорит, что до Степанакерта город назывался Ханкенды, то нужно ответить, что до Ханкенды он назывался Варараком. Все просто. Что интервью Муталибов дал не аргументам и фактам, а независимой газете. Причем примечательно, что одной рукой меня дерьмом обливали, а другой рукой перевели мою же статью и моей фотографии с Даной Мазаловой и выставили в свет. Очень неприятно.
Сначала армянские СМИ начали тиражировать мой репортаж с Даной Мазаловой без ссылки на антитопор. Потом это же мое интервью разместил у себя на странице Никол Пашинян со ссылкой на Арменпресс. А Арменпресс, разумеется, ни словом не обмолвился об антитопоре. Дошло до того, что мне мои зрители и подписчики стали присылать мое же интервью мне с комментарием. Вадим, дескать, почитайте, может пригодиться. Представляете? То есть, бравируя моими проделанными работами по Мазаловой, по Расулзаде, по Фатали Бейли, не упоминая антитопор, называя антитопор чьим-либо сторонником. Но это уже сверхнаглость. А ведь пригодилась моя поездка в Прагу к Мазаловой, верно? А где же вы были, когда я искал средства на эту поездку? 99% мне только желали счастливого пути. Алло, наконец-то я у вас. Практически всю Европу проехал, и вот я в Праге, в этом прекрасном городе. За эти буквально последние 2 дня я влюбился в этот город. Всего лишь. Откликнулись только те, что в титрах сейчас перед вами. Тут только одна опечатка, не Алла Решетникова, а Алла Решетняк. Вот и все. Всего лишь несколько человек откликнулись. Зато массово тиражируя, без упоминания основного источника, это гораздо. Стыдно, ребята, очень стыдно. Понимаете, возможно, моя вина в том, что я на все это смотрел как специалист и как журналист, а не как сторонник Пашиняна или Кочаряна. Смотрел со стороны. Поэтому такие вещи я заметил, а некоторые из вас нет. Причем, если просмотреть азербайджанские и армянские СМИ, то легко можно обратить внимание, что каждая из сторон была в восторге от доводов и антидоводов своего лидера. Со стороны может показаться, в батле победили оба. А все потому, что обе стороны лукавят и не хотят открыто признавать фиаско своих лидеров. Далее, новость для тех армян и не армян, которым антитопор вдруг помешал. Не дождетесь. Я сам решу, когда закрывать антитопор. И уйду я из антитопора, если уйду, то не один. Уйду вместе со всем тем добром, что я сделал за эти годы. Ударю к чертовой матери все почти 300 выпусков. Уничтожу все, что я написал, издал. Нашел и оцифровал. Ничего не оставлю, потому что я человек принципиальный. Если я что-то делаю, то делаю от души, честно, открыто. И пока я нужен, антитопор будет выходить, несмотря ни на что и ни на кого. Кто там у власти? Они приходят и уходят. Да и не могу я пока уйти. И вот почему. У армян есть блогер, которого звать, если я ничего не путаю, Вадим Арутюнян. Да. Блогер, канал которого называется «Антитопор». Сейчас я задам вопрос, риторический, не требующий ответа, и сам же на этот вопрос отвечу. А где наш Вадим Арутюнян, простите, господа? Почему? Почему именно таким образом я строю, значит, эту речь, скажем так? Вадима Арутюняна очень-очень сильно поддерживают. Все прекрасно, все равно заходите к Артему американскому, и все смотрите его видео. Вот эти календари, которые он впаривает, ну как скажем, впаривает, рекламирует, это календари производства Вадима, антитопора. Где наш Вадим Арутюнян? Вадиму сбрасывают денежку. Вадиму помогают финансово. Вадима канал поддерживает. Я не говорю, что ему деньги на колбасу и на хлеб сбрасывают. Но его поддерживают. Его поддерживает его канал. Поддерживают продажу всякой продукции, которую он производит. Посмотрите на канал Вадима, на его просмотры, на его количество подписчиков и на то, как он ведет свой канал. И посмотрите на любого из наших блогеров. Разница чувствуется?
в качестве, качественно разница чувствуется. Где наш Вадим Арутюнян? Наш Азербайджан. Я благодарю этого человека. Не знаю, как его зовут, но благодарю за то, что он высокого мнения о нас, об армянах. Я искренне надеюсь, что с азербайджанской стороны появится свой Вадим Арутюнов. Но хочу немного поправить. Конечно, брелоки с надписью «Карабах без имдыр» – это круто. Но мои календари – это не просто календари с логотипом «Антитопор». Это справочники, поэтому их покупают. Не более. Просто так на проект «Антитопор» мне редко кто дает деньги. Редко кто скидывается. Так что финансовой поддержки как таковой у меня никогда не было и нет. Есть отдельные люди, такие же обычные ребята, которые нет-нет, да и подкинут деньги для каких-то нужд антитопоровских. Их считанное количество, и я бы с удовольствием назвал их имена, но не знаю, хотели бы они этого. Вот даже меня часто просили создать PayPal, чтобы желающие могли подпитывать проект финансово. Впервые за 6,5 лет я сделал это, и в прошлом выпуске «Карабахские армяне» я дал ссылку на мой PayPal. Но откликнулись только, наверное, каждый 300-й зритель. Это 17 человек за неделю. Выслали от 1 рубля до 50 евро. Итого 12 456 рублей. Кстати говоря, я даже хочу сказать спасибо и тому, кто выслал 1 рубль. Честно, без всякой иронии. Потому что он выслал один, остальные и этого не выслали. Поэтому здесь нет никакой иронии, и это правда. Что составляет чуть более $200, по-моему, из того, что я вот получил за эту неделю. И я уже знаю, на что я их потрачу. Так что, уважаемый блогер, все не так розово, как вам кажется. Я богат энтузиазмом, а вам желаю удачи. И не только вам, но и своим соотечественникам, среди коих у меня уйма друзей, находящихся со мной, независимо от политической конъюнктуры, вот по ту сторону экрана. На этом все. И предупреждаю, больше этот вопрос я нигде и ни с кем не собираюсь поднимать. Даже если засыпете меня вопросами, ответа не получите. Я все сказал здесь и сейчас. До встречи на канале.